Вместе с новым президентом и Кабмином в 2017-м в США сменится и глава разведслужб. Директор национальной разведки Джеймс Клэпер подал прошение об отставке. Об этом он сообщил на слушаниях в Конгрессе. 75-летний отставной генерал ВВС останется на своем посту до вступления в должность президента Дональда Трампа. Директор национальной разведки, или царь разведки, как его называет американская пресса, координирует деятельность всех разведведомств США. Пост был создан после терактов 11 сентября 2001 года в рамках реформы спецслужб. Клэпер четвертый по счету глава этого ведомства. Сегодня в Конгрессе он заявил, что США сталкиваются с самыми серьезными вызовами более чем за 50 лет его работы в разведке и ответил на вопросы о российских кибератаках против США. Я не жду серьезных перемен в поведении России. Мы обвинили Россию в кибератаках далеко не сразу, только после того, как мы получили достаточную доказательную базу. И наше заявление подействовало, поскольку после него и после контактов между нашими правительствами число российских кибератак снизилось. У русских есть большие возможности для проведения информационных атак, так называемой гибридной войны. Это их давняя практика еще с советских времен, и я думаю, что она будет продолжаться.